Добрый день! Сегодня мы с вами посетим заполярную Финляндию, город Рованиеми. Так что же притягивает туристов в заполярье Финляндии? Во-первых, привлекает настоящая зима и окружающая повсюду местная экзотика. Например, единственный в мире зоопарк, расположенный за полярным кругом. А еще собачьи и оленьи фермы, где можно ощутить на себе всю прелесть арктической гонки. Или неспешно прогуляться по лесу, сидя в оленьей упряжке. Конечно же, деревня Санта-Клауса, где и взрослые, и дети с удовольствием погружаются в атмосферу зимней сказки. Во-вторых, притягивает заполярную Финляндию транспортная доступность. Сюда можно спокойно добраться из любой точки Европы на своем автомобиле. Организация дорожного движения в Финляндии в зимнее время ничуть не хуже немецких автобанов. В-третьих, в Финляндии высокий уровень сервиса, комфорта и безопасности на всех без исключения объектах туризма. И все это значительно дешевле, чем в соседней Швеции. Ну и наконец, в Финляндии очень красивая и живописная природа с ее незабываемыми пейзажами и видами. Вам сюда захочется вернуться еще раз, чтобы вдохнуть чистый морозный воздух финского заполярья всей грудью.